Пашный, как и все нормальные люди, боится попасть в аварию, боится в какой-то степени на самолетах летать, несмотря на то, что летаю слишком часто. Заходя в клетку к хищникам, боюсь того, что на меня нападут и разорвут. И не столько боли боюсь, сколько боюсь результатов, что моя семья останется без меня и так далее. И бороться с такими страхами просто. Нужно просто-напросто предвосхищать какие-то события, к ним готовиться по мере возможности. И если к аварии на самолете или на машине подготовиться невозможно, то к нападению хищника возможно подготовиться, изучая его, в общем, очень много времени проводя непосредственно с этими животными.